Всем привет! Мы приехали в Икею посмотреть столы, мебель кое-какая нам нужна. Мы сейчас ищем место, где написано «Пожалуйста, прилягте», потому что мы очень устали. Где? О, классно, мне нравится. Иди присядь. У меня синяк. Какой столик смотрим? Журнальный это или придиванный столик? Он нам понадобится точно. Вроде бы дешевый, 600 рублей всего. Три слона. Три стола у нас получается? Угу. Чем будем по отдельности брать? По ножке и столешку? Нет. Ну, они так и идут отдельно, ножки идут один. Почему называется Линмон Олов? Линмон это столешница называется, Олов это ножки. Видишь, здесь написано? Мы определимся сейчас, сколько столов мы возьмем. Два или три. Сколько нам нужно их? Вообще один стол нужен мне для компьютера. Нужно еще кресло. Другой стол нам нужен просто для работы. А третий стол будет просто по выгодной цене. И выбираем здесь подушки. Белые же марки. Полотенце выбираем. Давай, давай, давай. Повтор. Стоп. Вот мы закупили. Сейчас мы возьмем последний столик, маленький. Пойдем искать, потому что мы не записали артикул правильно. Вот такой столик будет у нас, только серый. Купили мы, значит, полотенце. Что мы здесь взяли? Контейнеры, они подорожали. Я сюда собираюсь складывать косметику, полотенца, подушки взяли для того, чтобы их набить в свои наволочки красивые, которые нам привезли из Кореи. Рамочка, кстати. Да. Просто 5 рублей всего. Я не знаю, зачем она мне нужна, но просто я взяла. Полотенечки такие. Там еще для чего-то. Еще. Закупились мы. Вот такие миски мы еще взяли, две штуки. Они нам нужны будут тоже для видео. Все мы оплатили, вышло там 5500 всего лишь, а я думала, 1008 сейчас выйдет. И мороженку взяли. Мороженое в Икее очень вкусное. Всегда его покупаю, когда здесь бываю. Вот он, один маленький столик, он серого цвета, мы решили взять его, потому что такой очень красивый серый цвет. Не знаю, на камере как-то непонятно. А это компьютерный стол. Кстати говоря, вот этот стол стоил 600 рублей всего лишь, а вот этот стол стоил 1000 рублей. Мы его взяли по акции и остались только белые цвета. Ну, в принципе, я за белым цветом приездила. Я сюда поставлю свой компьютер. А этот столик для чего-нибудь можно будет в любом случае использовать. Ну, 600 рублей очень дешево, поэтому решили взять. А вот и третий стол. Его мы взяли за 2200, 120 сантиметров, по-моему. Он здесь, да, 120 сантиметров, высота регулируется. В общем, классный стол. Здесь уже этот стол вовсю используется. Вот так вот. Вот, установили мы компьютер. Отлично все подошло. Как раз места хватает. Осталось еще какое-нибудь классное кресло прикупить. И все, здесь у меня фон лежит для видео. А вот так я уложила свою косметику. Там мне еще дальше палетки. Вот, в общем... Очень удобно. Собственно, вот для чего мне нужен был этот стол, потому что здесь я буду снимать потом. Лампа. Еще я заказала себе вот такие штативы, подставки под софтбоксы, под фоны. Если фоны вешать, то мне еще нужна будет сюда перекладина, но я ее чуть попозже возьму. А на эти, наверное, куплю софтбоксы отдельно. Здесь пришли мне много фонов, точнее немного, 1, 2, 3, ну где-то 5-6 штук, но я их вам сейчас показывать не буду, вы потом их будете видеть в моих последующих видео. Еще вот такую штуку для GoPro заказала, колпачок защитный, если носить его с собой, то в принципе можно обойтись без чехла. И очень круто, очень удобно, маленькая такая. Вот такая классная штучка под косметику. Давно уже такая мне нужна была, потому что ее неимоверно много становится. Здесь храню косметику новую, которую я еще не использую. А здесь, ну, всякие помадки, пудры, бальзамчики. Вот эти, кстати, штучки нужны для того, чтобы крепить фон. На чем они, собственно, будут держаться. Прищепочки. Кепочка классная с эмблемой Wi-Fi.
Такие ботиночки тоже прикольные, слепоны. Вот эти мне вообще очень нравятся. Их цвет и вообще дизайн, модель. В общем, вот один из фонов. Они мятые, их нужно будет потом отпаривателем прогладить. И да, было такое небольшое видео про мои покупки из Икеи. И если вам понравилось такое видео, то ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И уже очень скоро выйдет новое видео. Всем пока!